Подведение итогов реализации стратегии опережающего развития Самарской области – одна из главных тем традиционного послания губернатора в этом году. Стратегию лидерства формировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек. Они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть направляет свои усилия. Главная задача – повысить качество жизни конкретного человека, в каком бы населенном пункте губернии он ни жил. Я считаю, что это правильная политика. Нужно заботиться о каждом гражданине, потому что каждый гражданин нашей области – это лицо нашей области. И чем больше будет этой заботы, тем больше будет процветать наша губерния. В регионе реализуются первоочередные задачи, обозначенные стратегией лидерства. Строятся детские сады, школы, благоустраиваются общественные территории. У молодежи появляется больше возможностей для воплощения в жизнь своих инициатив. Открываются новые IT-центры. В преддверии ежегодного послания Дмитрия Азарова жители Самары рассказали о том, в каких сферах им бы хотелось увидеть изменения. Я работник сферы образования. Хотелось бы немножко уделить внимание нашему образованию и дополнительному, в том числе. Я довольна нашим регионом, нашим городом. Наш уважаемый Дмитрий Игоревич Азаров и Елена Владимировна Лапушкина, мэр нашего города, глава, делают все возможное для того, чтобы наш город процветал, цветет и будет цвести. Мне все нравится вообще, действительно, удивительно преобразилась Самара. Вот, особенно после чемпионата видно, что город ухоженный, выглаженный, выметенный. Вот, приятно ходить по такому городу. Набережные роскошные, продолжают ее совершенствовать. Ну, мы сами недавно переехали в Самару, 3 года здесь живем. Мы видим, да, что город процветает, много зелени сажают, набережную обустроили, ну, как нам говорят. Парки, скверы. Да, все красиво, замечательный город. Ежегодное послание губернатора Дмитрия Азарова состоится 18 мая, начало в 12 часов. Трансляцию можно будет увидеть на нашем телеканале «Самара ГИС». Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.